Якутия. Регион со сложным ландшафтом и суровым климатом. Доставить сюда груз – задача непростая. Особенно, когда речь идет о больших объемах. Чтобы выстроить оптимальные маршруты для поставки грузов в Алмазный край, создали дочернюю структуру РНГ-снабжения. Это компания полного логистического цикла. Предприятие обеспечивает комплекс услуг по закупке и поставке заказчику материалов. Складские базы есть в Москве, Усть-Куте, Ленске и Мирнинском районе. Это позволяет компании быть независимым транспортно-логистическим оператором и не подстраиваться под условия рынка. Компания РНГ-снабжение является закупочной структурой из ТИП-холдинга. Все компании централизованно отправляют заявки в РНГ-снабжение. Такая централизация позволяет сформировать крупные лоты и заключить договоры непосредственно с заводами-изготовителями. За годы работы РНГ-снабжение заключило более 4000 договоров с лидерами российской промышленности. У иностранных компаний РНГ-снабжение закупает высокотехнологичное оборудование, такое как система автоматизации, геодезическое оборудование, сейсмическое оборудование при отсутствии аналогов на российском рынке. Более низкие цены обеспечиваются за счет оптовых скидок и снижения транспортных затрат, так как доставка осуществляется удобными партиями. Ежегодные закупки РНГ-снабжения – это более 50 тысяч позиций на сумму не менее 5 миллиардов рублей. У компании более 5 тысяч постоянных поставщиков, из которых 95% – российские производители. РНГ-снабжение фокусирует свою работу на ведущих российских промышленных предприятиях. Чтобы сохранить свою конкурентоспособность, при отсутствии отечественной продукции сопоставимого качества закупают продукцию у иностранных производителей, таких как Emerson, Mercedes, Komatsu, Volvo, Hitachi, Waukesha и других. Но это редкое исключение из правила покупать отечественное, и компания очень строго относится к качеству поставляемых материалов и оборудования. У РНГ-снабжения трехступенчатый контроль качества. И такая дотошность приемки позволяет и поднимать стандарты упаковки, и обеспечивать стабильное качество при изготовлении. Сотрудники РНГ-снабжения имеют опыт и компетенции, необходимые для реализации сложных проектов, связанных с закупкой негабаритных и нестандартных грузов, также для их поставки в удаленные и труднодоступные районы. Весь персонал — это закупщики с опытом работы от 10 лет. В компании есть специалисты даже со знанием китайского языка. Работники склада обеспечены уютными рабочими местами, интернетом, сотовой связью, IP-телефонией. В складе установлена охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Погрузоразгрузочные работы механизированы и ведутся с помощью современной техники. У общества с ограниченной ответственностью РНГ-снабжения есть в оперативном управлении собственный мелкотоннажный флот. Это позволяет в период низкой воды на реке без проблем доставить необходимый объем груза и не зависеть от других компаний. Чтобы снизить затраты на хранение грузов и обеспечить полный спектр логистических задач, РНГ-снабжение приобрела производственную базу у «Алроса» в Ленске. База представлена, значит, территорией 7 гектаров, 3 металлических ангара, мачты, световые, периметральное ограждение. Подготовлена грунтовая площадка для приема грузов различной конфигурации, различной сложности. Мы готовы для выполнения любых задач, которые будут стоять у нас в навигацию 2021 года. В РНГ-снабжении уделяют внимание борьбе с контрафактом и коррупцией. В компании работают по принципам Королевского института закупок и снабжения. В компании широко внедряются глобальные процедуры закупочной деятельности, основанные на рекомендациях Королевского института закупок и снабжения. Рекомендации института разработаны на основании консультаций более чем с 3000 специалистов и ученых из различных областей. Закупки компания осуществляет через собственный сайт и ряд торговых площадок. Приветствуются долгосрочные договоры по фиксированным ценам, которые позволяют планировать производственные программы промышленным предприятиям на долгосрочную перспективу. Борьба с контрафактом обеспечивается политикой прямых контрактов с производителями материалов и продукции и неиспользованием торговых компаний в закупках. Даже в случае поставок от дистрибьюторов номера изделий проверяются у производителя. В отношении борьбы с коррупцией внедрены процедуры обеспечения конкурентной среды по всем закупкам, коллегиальности принимаемых решений и значительным количеством заявок, которые поступают от производителей по каждому лоту, который предлагается для закупки. В 2021 году ООО «РНГ-снабжение» примет и доставит через свои базы 25 тысяч тонн различных грузов. Предприятие планирует развивать свой флот в Ленском речном бассейне, а также обустроить инфраструктуру на причале в Ленске.
Грузы по заявкам заказчиков будут отправляться на объекты работ на месторождениях без их доставки на центральный склад. Это повысит эффективность логистических операций, снизит производственные издержки. Александр Шершуков, Анна Винокурова, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».